Восстановление лесов и озеленение городской среды. ПАО «Т-Плюс» заботится не только о тепле и уюте в домах, но и об экологии. Более 95 тысяч зеленых насаждений появились в регионе силами теплоэнергетиков. Компания «Т-Плюс» заботится не только о качестве тепловых ресурсов, но также о комфортной среде городской жизни. Сегодня мы засаживаем в Ленинском районе 20 тополей. Данные тополя являются премиальными, не распространяют пух и будут радовать немало лет глаза горожан. Деревья высаживались сотрудниками энергоснабжающей организации. Содействие в акции оказала районная администрация. У нас сложились давно тесные взаимоотношения с организацией ПАО «Т-Плюс». Принимают участие у нас они активно в озеленении. Конкретно мы сейчас говорим Ленинского района. Ежегодно высаживается зеленое насаждение. В прошлом году ПАО «Т-Плюс» высадили 34 голубых ели в плане реконструкции старых деревьев, которые пришли в аварийное состояние. Высокие пирамидальные тополя называют северным аналогом кипарисов. Это быстро растущее дерево неприхотливо в уходе и идеально подходит для городских улиц. Галина Топилина, Николай Епифанов. События.